Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу принять участие в таком проекте Sprint Surf. Здесь заработок на просмотре сайтов и выполнение заданий. И минимальная выплата отсюда от 2 рублей. Давайте посмотрим, что он нам тут предлагает. Вот исполнителем, как я сказала, заработок на задании серфинге. Вывод от 2 рублей на кошелек. Рекламодателем здесь качественный трафик. Партнерская программа. Кто любит и умеет приглашать, обратите внимание, здесь реферальная программа до 45% от их заработка на серфинге. Плюс 20 копеек за каждого приглашенного вами пользователя дополнительно. Далее статистика. Почти 3000 новых сегодня и выплачено 12878 рублей. Много. Ну, здесь отзывы. Здесь можно поставить флажок. Какой вам надо язык? Значит, многоязычный. Далее что? Давайте зайдем в вопросы-ответы, друзья. Здесь все расписано. Как начать зарабатывать? Как долго вы обрабатываете заявки на вывод? Моментальные. Какие платежные системы? Payeer, FreeCassa, Kiwi, Bitcoin, Яндекс.Деньги. Здесь, так как входит через соцсеть, прочитайте, нужно обратиться будет в поддержку, если заблокируют социальную сеть. Разрешено ли иметь множество аккаунтов? Ну, конечно же, нет, друзья. Так, и партнерская программа. Далее отзывы. 254 отзыва, друзья. Вот. Что у нас здесь пишут? Смотрите. Оставьте свой отзыв о работе нашего проекта. За текст получите 25 копеек. Отправлять обязательно. За скрин получите 25 копеек. Отправлять не обязательно. И за видео получите 10 рублей. Видео должно быть информационным и с ссылкой на сайт. Так, отправлять не обязательно. Секундочку. За все получите 10.50. Здесь вот отзывы все платят. Можно кликнуть. 2 декабря кто-то получил вывод. Еще вывод. 4 рубля. Вот, 5 рублей. Ну, вот можно кликнуть на любой. И нас перебросит 1 декабря. Как бы все замечательно платит. Есть выводы. И вот много страничек здесь. Новости прочтете, контакты, мобильная версия. Есть группа ВКонтакте. Если мы кликнем, нас перебросит на группу. Вступить в группу, естественно. Вы участник. Включите уведомления. Я всегда включаю уведомления, друзья. И войти на сайт. Значит, смотрите. Здесь вход через ВКонтакт, Одноклассники и Facebook. Правила проекта прочтите. Я зайду через Facebook. Я попала на сайт. Давайте теперь смотреть. Это наш аккаунт, личный кабинет. Здесь наша статистика. Здесь привязываем платежные реквизиты Payeer, Яндекс, Киви, мобильные телефоны, Теле2, Мегафон, Билайн, Виза, Мастеркард даже. В общем, WebMoney, ВК Валет. Что-то вот такое даже не знаю. Значит, я позже привяжу. Payeer прописываем и кликаем привязать.
Так, пополнить баланс. Фейр фрикасса. Угу. Давайте кликнем. Фейр фрикасса. Минимум 10 рублей. Я люблю такие проекты. И здесь очень хорошо идет в таких проектах рекламка. Значит, далее. Вкладочка «Вывод». Так, что у нас по выводу? Сейчас хочу посмотреть. Комиссия проекта 8% плюс комиссия шлюза. Вывод на Pair автоматом минимум 2 рубля. Комиссия шлюза 1%. Я здесь не вижу заглушек. Будем как бы считать, что заглушек нет на вывод. А давайте-ка я привяжу кошелек и посмотрим, может, что изменится. Вот. Привязать. Так. Кошелек привязан. Вывести вывод. Нет тут заглушек. Я не вижу. Было бы написано, что нужно пополнить, а потом уже выводить. Значит, на Pair самая минимальная выплата 2 рубля. На остальные по 5 рублей, 12. И как бы тут уже по нарастающей, уже посмотрите, друзья. Заработать. Что у нас здесь по заработать? Так, реферальные уровни здесь. Находится партнерская ссылочка. Кликаем. На баннеры у нас здесь есть баннеры. Далее что? Чат. Ага, есть чат. Можно общаться. Будут вопросы, пожалуйста, заходим и пишем. Так. Промокоды какие-то. Вот это я не знаю, что. Видите, промокод. Вот. Далее. Так, подождите, запуталась. Промокоды. Вопрос-ответ отзыва. Я где здесь зарабатывать-то? Что-то я вот не нашла. Заработать. Ну и что? Так, да. Что у нас здесь? Да, предлагаем вам пополнить баланс на 10 рублей и купить серфинг. Он у вас автоматически активируется. Расширенный реферальный режим. Так, удается. Реферальные уровни. Ссылка. Баннера. Ну и что? Это рефералы. А где серфинг? Вот. Контакты, мобильная версия, выплаты последние 5. Личный кабинет. Ладно, друзья, давайте-ка я пополню. Я открыла кошелек, чтобы видео я затянула, конечно. Пополнить я Pair. Сумма минималка здесь 10 рублей. Значит, есть заглушка, возможно, потому что я не вижу здесь серфинга. Пополнить, перебрасываю. На Pair. Подтверждаю. Подтверждаю. Окей. Так, я баланс пополнила. Теперь заработать. Я вот не вижу, где здесь зарабатывать. А вот серфинг, реклама, мои сайты, задания. Вот я думаю. Ну ладно, я загружу рекламку. У меня есть проект добренький на предстарте. Значит, смотрите. Заодно сейчас покажу вам.
Здесь у нас серфинг. Кликаем. Сейчас посмотрим капчу. Ждем отчет времени. И смотрите, здесь вот буквы и циферка одна. Мы нажимаем на циферку. Циферка 7. Все, нам зачет. Так, таким вот образом мы просматриваем рекламку. Далее что? Купить серфинг. Значит, описание сайта. Ссылка на сайт. Так, баланс 10 рублей на 500 показов. Неплохо. Показывать можно раз в 6 часов. Так, время просмотра можно поставить вот так. 10. Активное окно. Конечно же, да. И минимум. Так, и сейчас я прорекламлю свой проект. А я прорекламлю вот этот свой проект. Так, где у меня рефералы? Ссылочка. Так, мне надо название. Название сайта. Вот оно. Сначала. Значит, здесь я пишу, как рекламе сейчас. Вот у меня уже выставилась. Тогда реферальную ссылочку только я вставлю. Сюда реферальную ссылку на сайт. 6 часов 10 секунд. Активное окно. Да, видим, да, тут прибавляется копеечка. Стоимость одного просмотра 5 копеек. Баланс у меня 10 рублей. Если у вас меньше баланс, там я не знаю. Ну, здесь от 10 рублей вроде как минималочка. И количество показов у меня 200 показов. Прежде чем купить, кликаем предпросмотр. Обязательно. И смотрим, как отображается наш рекламируемый сайт. Далее. Кликаем купить. Все замечательно. Все. Я купила. Теперь мои сайты. И вот, пожалуйста. Баланс 10 рублей. Цена вот за клик. Ну и вот я загрузила рекламку. Здесь будет отображаться просмотр. Здесь у нас вкладочка задания. Я задания не люблю. Я, во-первых, в первую очередь рассматриваю такие сайты, как рекламную платформу, друзья. Значит, испытай за удачу. Это уже сами здесь посмотрите здесь. И сейчас онлайн. Ну и серфинг. Личный кабинет. Вот такой вот проект. Можно без вложений. Вот здесь я не обратила внимания. Серфинг, реклама, мои сайты, задания, режим. Вот это испытаю удачу. Пожалуйста, будет что выводить. Естественно, я запишу видео по выводу. И проверим его на вывод в режиме онлайн. Всем удачи. Пока-пока.